уважаемые соотечественники! Наш родной Узбекистан вступает в новый 2021 год. От всего сердца поздравляю весь наш многонациональный народ, дорогих ветеранов, милых женщин, нашу замечательную молодежь с этим прекрасным праздником. Желаю всем вам здоровья, счастья, мира и процветания. Дорогие друзья, все мы знаем, насколько нелегким был 2020 год для всего мира, в том числе для нашей страны. Пандемия коронавируса, глобальный кризис стали серьезным испытанием для человечества. Несмотря на сложную ситуацию, благодаря самоотверженному труду нашего народа, в стране осуществлены огромные преобразования во всех сферах. Стабильно развиваются ведущие отрасли экономики. Введены в строй десятки высокотехнологичных предприятий, новых транспортных систем. Строятся современные жилые дома, дороги и мосты, детские сады и школы, больницы, объекты культуры и спорта. Наши трудолюбивые, умелые дехкане и фермеры вырастили богатый урожай. Еще более широкие возможности открылись для развития малого бизнеса и частного предпринимательства. В течение года созданы тысячи новых рабочих мест, особенно для женщин и молодежи. Уходящий год был богат на важные события и в культурно-гуманитарной сфере. Мы укрепили отношения дружбы и сотрудничества с зарубежными государствами, прежде всего с нашими соседями. Сделаны важные шаги для дальнейшего повышения авторитета Узбекистана на международной арене. Дорогие соотечественники, наступающий 2021 год объявлен в Узбекистане годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. В новом году мы последовательно продолжим начатые масштабные реформы в экономической и социальной сферах. Главной задачей для нас останется укрепление в стране мира и стабильности, межнационального согласия, атмосферы взаимного уважения и поддержки. Особое значение мы будем придавать повышению благосостояния и усилению социальной защиты населения. В центре нашего внимания будут находиться вопросы обеспечения жизненных интересов молодежи, женщин и людей старшего поколения. На новый уровень мы поднимем работу по охране здоровья населения, утверждение в обществе здорового образа жизни. 2021 год – это год 30-летия независимости нашего государства. И, конечно, мы все вместе достойно отметим эту славную дату в истории нашей Родины. Одним словом, будет последовательно продолжена огромная созидательная работа по строительству нового Узбекистана. Дорогие друзья, в этот праздничный вечер, обращаясь к вам, от всей души желаю, пусть в 2021 году в каждой семье, во всей нашей стране будут мир, счастье и благополучие. Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды. Пусть процветает наш родной Узбекистан. С Новым годом вас, дорогие соотечественники! Мухтарам ватандашляр!
betakror diyorimizga yangi 2021-yil kirib kelmoqda. Siz azizlarni, mo'tabar nuroniylarimiz, mehribon opa-singillarimiz, navqiron yoshlarimizni, ko'p millatli butun xalqimizni ushbu go'zal ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchangizga sihat-salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, baxt-saodat va farovonlik tilayman. Aziz do'stlar, hammamiz guvohmiz. 2020-yil butun dunyo qatori yurtimiz uchun ham og'ir va murakkab keldi. Koronavirus pandemiyasi, global inqiroz insoniyatni jiddiy sinovdan o'tkazmoqda. Mana shunday murakkab vaziyatga qaramasdan mart va oliy janob xalqimizning matonati, fidokorona mehnati bilan barcha sohalarda katta o'zgarishlarni amalga oshirdik. Iqtisodiyotimizning yetakchi tarmoqlarini rivojlantirishga erishdik. Yuqori texnologiyalarga asoslangan o'nlab yangi korxonalar, transport tizimlari ishga tushirildi. Zamonaviy uy-joylar, yo'l va ko'priklar, bog'cha va maktablar, shifoxonalar, madaniyat va san'at sport majmualarini barpo etdik. Mirishkor dehqon va fermerlarimiz barcha qiyinchiliklarni mardona yengib, mo'l hosil yetishtirdilar. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivoji uchun yanada keng imkoniyatlar ochildi. Yil davomida aholi, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlar uchun minglab yangi ish o'rinlari yaratildi. O'tib borayotgan yil jamiyatimizning ma'naviy, ma'rifiy hayotida ham muhim voqealarga boy bo'ldi. Xorijiy davlatlar, avvalo yaqin qo'shnilarimiz bilan do'stlik va hamkorlikni yanada kuchaytirdik. O'zbekistonning xalqaro nufuzini yuksaltirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Qadrli yurtdoshlar, kirib kelayotgan 2021-yilga yaxshi niyat va katta rejalar bilan yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berdik. Yangi yilda iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda boshlagan keng ko'lamli islohotlarimizni ishchil davom ettiramiz. Yurtimizda tinchlik va barqarorlik, millatlar va ellatlar o'rtasidagi totuvlik, o'zaro hurmat va mehr-oqibatni mustahkamlash asosiy vazifamiz bo'lib qoladi. Xalqimizning turmush farovonligini oshirish, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga alohida ahamiyat beramiz. Aziz yoshlarimiz, mehnatkash va oqila opa-singillarimiz, muhtaram keksalarimizning hayotiy manfaatlarini ta'minlash e'tiborimiz markazida bo'ladi. Sog'liqni saqlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish masalalari yangi bosqichga ko'tariladi. 2021-yilda davlatimiz mustaqilligiga 30 yil to'ladi. Ushbu shonli sanani inshaalloh barchamiz birgalikda munosib nishonlaymiz. Yangi O'zbekistonni barpo etish, milliy yuksalish poydevorini yaratishga qaratilgan ulkan ishlarimizni qat'iy davom ettiramiz. Aziz vatandoshlarim, qadrdonlarim, shu go'zal oqshomda barchamizning niyatimiz, tilagimiz bitta. Yurtimizda yashayotgan har bir oila, har bir inson murod maqsadiga yetsin. Jonajon O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Kirib kelayotgan 2021-yil ona diyorimizga fayzu baraka
yangi yutuq, zafarlar olib kelsin. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin.